Совет молодым фанатам. Уважайте своих родителей. Будьте очень близки с ними, это очень важно. Родители — это очень важно, ваша мать, отец. И многое в вашей жизни наладится из-за этого. Прислушивайтесь к своим родителям, к матери, к отцу. Будьте очень близки к ним. Вот это советую. А второстепенные вещи, они приходящие. Ваши родители могут посоветовать вам что-то по жизни. Когда тебе 15, 16, 17 лет, ты думаешь, что ты знаешь все. Чувствуешь себя сильным, забываешь о времени, когда тебе было 1,5-2 года. Ты забываешь обо всем. Ты же большой парень, 16 лет. Чувствуешь себя сильным и все остальное. И бывает такое, что человек не уважает родителей. Вы должны помнить обо всем. Когда вы росли, как они вас поддерживали, как помогали на ноги встать. Это очень важно. Будьте с родителями близки. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.